Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Куриный бульон, несмотря на свою кажущуюся простоту, остается хитом кулинарии. И правильно его приготовить, чтобы он был красивый, прозрачный, очень вкусный, правильно его приготовить, в принципе, довольно трудно. Поэтому в своих видео я и буду рассказывать различные секретики по приготовлению идеального мясного бульона. Сегодня я хочу вам рассказать несколько маленьких секретиков по поводу идеального бульона и соотношения, так сказать, продуктов некоторых в бульоне. По всем правилам кулинарии, когда вы варите мясной бульон и бросаете туда различные овощи, соотношение мяса и бульона должно быть примерно в таких пропорциях. На 1 килограмм мяса надо брать примерно 100-120 грамм различных овощей, которые вы предполагаете туда бросить. Как правило, это самые главные овощи, которые надо бросать. Это небольшая луковица, дальше одна небольшая морковка. Морковка, можно ее чуть-чуть распустить. Дальше это может быть небольшой кусочек или стебель маленький небольшой сельдерея. Также, по желанию, когда мы варим бульон мясной, можно бросать зелень, а также перец горошком. Самое главное, знайте, что зелень и перец горошком необходимо бросать именно в самом-самом конце. Потому что, если вы бросите за 5-10 минут до окончания, так сказать, варки бульона, то зелени может прийти в бульон некрасивый цвет, а от нашего перца и от других подобных компонентов, которые вы запланировали бросить, может быть горечь. То есть, если вы бросите перец и другие запланированные компоненты в конце, то горечи не будет. Будет просто приятный аромат. Если вы же бросите, так сказать, заранее, за 5, 10, 15 минут, то может возникнуть горечь. Также можно в конце варки бросить и 1, 2 или 3 максимум листочка, если у вас огромная кастрюля, лаврушки, лаврового листа. Не забудьте потом его вынять, потому что если вы оставите его там, то он может также немного вам навредить, вернее навредить вкусу вашего бульона. Вот такие маленькие секретики из моего цикла «Секреты идеальных бульонов» я вам сегодня и поведал. Спасибо за внимание, смотрите и другие мои советы и секреты для кухни. И дальше. Подписывайтесь. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.